Всем привет! Продолжаем приключения наших бравых вояк. Искать будем дальше задание себе на одно место. Так, я не помню, бухали мы или нет, но денег все равно мало, поэтому не будем. И давайте выберем себе вот это вот заданице. В принципе, монет немного. Но посопровождать караван за такие деньги почему бы и нет. Правда, немножко не в ту сторону, и мы опять туда, да, тащимся. Поверху пойдем. Ну, в принципе, если что, и там найдем себе работенку по душе. Сейчас он, наверное, вот так вот поверху пойдет. Так, кто, что за отряды гоблинов тут на волках? Ну, они решили с нами не связываться. Все-таки 10 рыл. Мне надо еще человека 2. Тогда будет прекрасно все. И победить отряд в 12 голов не мешало бы, чтобы выполнить амбицию. Сороковой день в пути. Ну, 39-й, если быть по факту. Ну, а если округлить, конечно, 40. Тут, смотрите, битва какая-то была, следов целая куча. Мир развивается, не стоит на месте. Бандиты везде тут шастают. И бандитов становится все больше и больше. Волки всякие носятся. Ничего, всех победим. Конечно, немножко с ресурсами у нас не очень. Надо денег побольше заработать. Но зато уже более-менее пацанов наших вооружили. 6 рыл, да? Давайте попробуем с ними сразиться. 6 рыл, не 106. Трое лучников. О, у нас еще караванщики. Помогать будут. Плохо, что лучники у нас сзади оказались. Придется их сейчас поднять повыше. Давайте ход пропустим. Здесь тоже пропустим. Эй, ну нахрена ты мне закрыл полянку? Я на нее собрался идти. Так, ну ладно, пусть идут чуваки, а мы за их спинками тоже пройдем. Так. Наверное... Блин, не хватит, да, наверное, расстояние? Ну ладно, давайте, все равно. Пусть встанет. Здесь... Ну вот так пока, сверху постоим. Этого не будем двигать. Так. Эх, не хватает сил. Отлично. А теперь бахнем. Блин, мазила. Как бы для приличия попал, что ли. Урод. Никто не попал. Дубль 2. Ну, вот так, по красоте. Хорошо. Мои-то еще стоять и стоять могут. Так, давайте точно выстрел сделаем. Так. Эй, отставить! Отставить отступление. Нефиг убегать. О, красиво закрыл нас. Все четко. Добьем. Отлично. Так, вышли на передовую, я смотрю, пацаны.
Сейчас мы тут немножечко обломаем им весь кайф. Так, у меня есть щитоломка. Сейчас тебе и сломаем его. Так, наверное, вот так сделаем. Хорошо. Снизу у нас что? Ну, давайте так. Хотя копьем-то, наверное, мы лучше попадем. Тем более снизу вверх бить придется. Да. Так, ну и как-нибудь надо туда двигаться, в сторону следующего лучника, чтобы не дать ему пройти. Все четко на щит приняли, это очень хорошо. Так, ну, чтобы своих не задеть, давайте так попробуем стрельнуть. Эй, отставить, убегать. Не получается из-за этой елки попасть в чувака. Так, давайте пропустим. А тут выстрелим. Попали, отлично. Ох, нифига он ему вмазал. Что все, один удар и он труп. Будем бить копьем. Тут этому все равно пробивать нечего. Так, пропустим. И ломаем щит. Все. Теперь можно спокойненько его атаковать. Прекрасно. Ну вот. Да, не достать. Будем лучниками стоять. У нас перекур. Эй, а ну отставить. Бегаешь так резво. Чуть-чуть не попадаем в зону его. А с этим нормально, этого успеваю прибить. Отлично. Еще удар. И все, даже этому жизнь спасли. Дурню. Лучше бы вы нижнего пытались догнать. Этого-то я уже держу. Сваливает и все. Так. Явно не достаем. Как бы я ни хотел, ну ни хрена не даст, не успеем одного лучника забрать от этого. А нет, смотрите, успел зайти в агро. Радиус, отлично, минус один. Давайте еще на подмогу.
Должно получиться, если он сейчас не начнет. А, нет, все, побежал. Отлично, не удалось, да, ему сбежать, он решил атаковать, поэтому у нас есть шанс его тут перекрыть. Отличненько. Сейчас мы его закроем. Со всех сторон сбежать не сможет. Никуда уже не сможет сбежать. Ну что, на. Еще возьми. Хорошо. У нас чуть-чуть пострадали пацаны, да, вот только один вот этот. Ну, там не сильно. Шапочки всякие, ни о чем. Ну, в общем. Прибыль небольшая, да, с этого нам упала. Сперва все на ремонт поставим, потом продадим. Так, с лучниками что? У меня тут вроде бы у всех запасные стрелы, так что можно это будет смело продать. Два задания. Тут нечего лечить. Здесь целая куча народу есть. Можно, в принципе, найти себе какого-нибудь копейщика. Монг, монах. Нет, нам не нужны такие товарищи. Да, верно. Отдыхаем. Хорошо. Шапку нафиг. Ну и все, продавать-то больше нечего. Можно взять инструмент, в принципе, недорог здесь. Вот, и уже денег нет. Вот так. И заданица. Так, что у нас по снаряжению? Кого поднять? Вот. Ему немножко надо отличиться. Подождем денечек. И возьмем заданица. Так. Копейщик у меня. Отлично. Так, всем вернем копья на место. С копьями посподручней, да, получается. Так, ну что, просто остаемся отдыхать на эти сутки. На следующий день возьмем задание. Как раз отремонтируемся, отлечимся, распродадимся. А, на 2 дня. Что-то мне это не нравится. Так, забирайте все это барахло. Здесь сравняем. Так, что еще? Что? Все, да? Брать нечего. Поэтому берем задание. Немного, немного. Так. Ух, ничего себе. Топать. Надеюсь, успею за 2 дня, а то у меня всего денег на 2 дня. По 150 монет плачу уже. А, 3 дня. Отлично. Вот так вот купишь себе инструмента и бац, с деньгами понты. 500 монет всего. Милиция, экскорты всякие тут. Че, через лес идем? Ну вы прям боевые пацаны, не боитесь. Хотя по дорогам и то больше, наверное, бандитов шляется. А вот и бандиты. Ну, так вот, давайте, маленечко. Все равно больше не работаем. Так, что еще?
Таверна мы бухали. Заданий нет. Идем отсюда, вот сюда. Так, а тут что у нас? Крепость, да? Крепость нам не нужна. Нам нужна деревня. Вот, деревня. Так, поохотиться надо. Блин, темень. Прям не вовремя. Давайте пока подождем до утра. Против волков лучше охотиться. Так, а вот они. Утречком. Ну или днем. В общем, когда светло. Хорошо, атакуем. Большая инициатива у волков, вот в чем проблема. А тут мы даже местами на возвышении. Это очень хорошо. Значит, они пойдут по этому флангу. Ух ты, прям сразу, да? Сволочь такая. 39. 27. Да еб... Ты чё был? Гад такой. Так, это вот так делаем. Так, этого пока не будем трогать. Чувачка. Конечно, лучше, наверное, убить волка. Отлично. Давайте копья. Копья. Ну, тоже копия поставим. Так, этому отдыхать. Все, пусть пытаются. Все, обломись. Меня-то там пацаны продвинутые. Блин. Сглазил. Так, че, этот пусть стоит. На него плевать. Так, сюда можно и попасть. Давайте сюда попадем. Да чтоб тебе. Мазила. Да ёкарный бабай. Отлично. Да чтоб тебе. Промазал, опять промазал. Вот же гад. Тикс, тикс, тикс. На тебе, сволочь. Ничего себе, в три раза укус идет у этих гадов. Да что вы мажете? Это ж какой-то волчара позорный. Ну вот. Нравится копье то тем, что у него процент попадания очень высокий.
Не то, что там некоторые иные способы ведения боя, но и слабый тоже вот недостаток, что сильно слабенький урон. Тыкс, все помогли. Давайте продадим шкуры эти. Маленечко деньжат. Так, снаряжение все есть у нас. В принципе, тут делать нечего. Пожрать можно взять. Хлеба взять. Все. На ядреный арбалет у меня денег не хватает. Так, ну что, тут у нас, кстати, лагерь есть. Давайте посмотрим. Лечатся еще, да? Тогда пойдем сперва сюда. Может быть, дадут какое-нибудь задание на уничтожение этих лагерей. Так, 7 человек. Ух ты! Засели бандюки. Надо будет вот с этими разобраться. Сейчас восстановимся тогда. Отремонтируемся. Так, еще шкуру я не продал, да? Не заметил. Так, аж два задания. Орки всякие. Так, берем задание. Че тупим? Так. Ох, нифига себе, чувствую мне. Конец. Так, in my command. My command. Луками будете. Так, ну что, ожидаем команду противника. Так, ну что ж, друзья, думаю, этот бой, наверное, будет долгий, поскольку тут сильный, скорее всего, будет противник, и нас могут тупо убить. Я сейчас сохранюсь, а потом посмотрим. То, может быть, придется еще и отказаться от этого миссии. Всем спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии. Всем пока.